Приветствую, Алексей. Представься. Как тебя зовут? Откуда? Добрый день. Меня зовут Алексей. Я из Москвы. Я хотел бы дать видеоотзыв по тому, как я прошел обучение семимесячное в школе Михаила Агеева. Я очень доволен, конечно, вот то, что я получил столько колоссальный пласт информации, которую дал Михаил Агеев, то есть для своего для дальнейшего развития, для дальнейшего совершенствования. Поделись, а откуда ты узнал о школе Михаила Агеева? Вот как ты сюда попал? Да, собственно говоря, был интересный такой момент. Я проходил у Марии Белозеровой сессию по просмотру своей прошлой жизни, своей прошлой реинкарнации, и после сессии у меня возник вопрос, как же мне дальше двигаться по жизни в своем духовном развитии, на что Мария мне посоветовала, что, возможно, вам нужно пойти в школу Михаила Агеева. Я как бы, собственно, у меня тогда на тот момент не срезонировало то, что вот школа, да, вот у человека, но была также после этого пауза, и Мария Белозерова добавила, что Михаил называет Бога папочкой. И вот у меня тогда как такой духовный насос такой включился, то, что как бы такая духовная жадность, что как бы найти в интернете больше информации о том, что дает на своей школе Михаил Агеев. Я начал на Ютубе искать все ролики, все медитации, которые дает Михаил. То есть как бы... И у меня все резонировало, с той информацией, которую дает Михаил. То есть как бы... И я также был в прошлом году, в сентябре, на фестивале трехдневному Михаила Агеева. У меня был запрос по своему духовному развитию, по исцелению моей поясницы. И, собственно говоря, на третьем дне как бы вот, фестиваля я понял то, что я перестал чувствовать какие-то проблемы в своей пояснице. Вот. И хочу поблагодарить Михаила Агеева за то, что он исцелил мою поясницу, и, так сказать, до сих пор я, так сказать, не ощущаю, что у меня какие-то проблемы с поясницей были. Вот. То есть, как бы... И, собственно говоря, что еще хочу добавить, то, что подтверждает, что насколько хороший специалист Михаил Агеев, то, что вот три дня вот эти фестивали пролетели как один, и в конце третьего дня я еще поймал себя на мысли, что как жаль, что все закончилось, что нужно возвращаться домой снова в Москву. Здорово. А поделись, вот что нового ты узнал для себя на школе, вот того, что ты раньше не знал, не сталкивался в своей жизни? Да, я узнал, как повышать свои вибрации. Я узнал, как общаться с ангелами, с архангелами. Также я узнал, что есть такой урок, что как бы вот, который называется «Активация ДНК Бога», который мне очень понравился. Также мне понравились медитации Михаила. То, что медитации, которые позволяют проводить поток Творца. Также мне понравилось очищение от темных структур. Тоже было для меня в новинку и как бы отозвалось и срезонировало во мне. То есть я был с большим интересом слушал за этим и проводил потом в практике это. А были ли практики с другими сокурсниками? Вот какой упор на знаниях, на практике был во время этого курса? Да, были практики с сокурсниками, то есть мы друг другу проводили сессии
сессии медитации, сессии по очищению от темных структур. И, собственно говоря, для меня было вот удивлением, да, вот насколько это может развернуть жизнь и помочь в дальнейшем по жизни. То есть, как бы, когда человек наполняется энергией Творца, и потом чувствуешь себя в эйфории, и идешь по жизни, так сказать, спокойным человеком. То есть те моменты в жизни, которые там огорчения какие-то, там разочарования, они просто-напросто, ну, я помню просто до школы, да, мои состояния, и после школы, то как бы вот эти состояния, они вообще нивелируются, можно так сказать. Вот. И я благодарен тоже сокурсникам, то, что они, так сказать, проводили со мной эти сессии и научили меня тоже многому. И я у них научился, и они у меня научились. Возможно, еще что-то изменилось в твоей жизни, вот, если сравнить себя до школы и после обучения? Да, вот что для меня лежит на поверхности, это расширение сознания, понимания. То есть, допустим, если я раньше, у меня по какой-то ситуации приходила подсказка, что как бы, вот я могу в двух направлениях поступить, так или иначе. Вот. Но это не всегда мне как бы помогало найти нужный подход в решении ситуации. А после обучения 7-месячного в школе Михаила Агеева я к своей радости обнаружил, что на какую-то проблему, допустим, мне пришел как такой вот кристалл не с двумя гранями, а уже с 5 гранями. То есть я могу в 5 разных положений поступить по-разному. То есть так, либо иначе. То есть, ну, я могу сравнить, то есть, 2 разными способами решить ситуацию или 5 разными способами. Это большая, огромная разница, на самом деле, в понимании. Также мне пришла, так сказать, вот я долго думал, как не решить мой духовный запрос, и мне пришла медитация, просто как готовая концепция. Можешь вот такую медитацию провести и решить свой вопрос. То есть тоже вот до школы Михаила Агеева тоже я не наблюдал за собой таких, собственно говоря, мыслей, таких открытий. Вот. И с удивлением, даже до восторга, вот когда вот эти мысли, вот эти вот расширение сознания, вот это приходит в мою жизнь, и до восторга я буквально отмечаю эти моменты. Потому что я до школы Михаила Агеева, я это для себя не открывал. То есть видение себя, своего пути совершенно иначе, да, раскрылось перед тобой? Да, конечно. То есть как бы я теперь могу по жизни идти как бы не двумя способами, да, решать свою ситуацию, да, свой вопрос какой-то назревший, а там 5 разными ситуациями. И постоянно слышать подсказки высших сил, то есть как бы для меня это, ну, очень ценно. Чувствовать поддержку ангелов, то есть ангелов-хранителей, ангелов-наставников. То есть часть своих забот перекладывать на них, чтобы они помогали, решали мои какие-то насущные проблемы как человека в этой жизни. То есть, как бы, это очень ценно, это на самом деле очень ценно, это очень помогает в жизни, очень помогает. И что ты можешь посоветовать другому человеку, который вот устал от своих каких-то неурядиц, житейских каких-то проблем, и вот он ищет тренера, какой-то курс, который ему реально может помочь разобраться со своей жизнью, именно самому научиться вот менять что-то в своей жизни? Вот что ты можешь ему посоветовать в плане, на что обратить внимание при выборе курса? Ну, я бы в первую очередь рассказал
о тех плюшках, которые я получил на школе Михаила, то есть как бы вот, рассказал о тех уроках, которые я узнал, то есть активация ДНК Бога, о взаимодействии с ангелами, с архангелами, о уроке целительства, опять же, о уроке повышения вибраций, об уроках исцеления и очищения от темных структур, о наработке своих моментов по медитациям, то есть как бы основываясь на медитациях школы. То есть как бы, во-первых, рассказал и сказал, что мой друг, если тебе нужен духовный рост, тебе как основополагающая база как раз необходима школа Михаила Агеева. Я бы сказал, как есть, то, что я как чувствую, да, вот я бы дал бы обратную связь, что эта школа изменила меня. Я не остался тем прежним, который я был до школы. Я много вынес из уроков Михаила, и я безмерно благодарен, что на самом деле я хочу добавить, что на середине обучения я, собственно говоря, поймал себя на мысли, что я как раз-то ждал этого учителя, как Михаил Агеев, 10-15 лет я ходил и просил у пространства, то есть, чтобы мне послали учителя, который раскроет те темы, которые как раз-то и дает на своих занятиях Михаил. То есть, как бы я поймал себя на этой мысли, что для меня тоже было ценным, что наконец-то я нашел своего учителя. И все темы мне резонировали, потому что как бы я просматривал других учителей, то есть как бы что-то мне подходило, что-то мне не подходило, но вот что касается обучения в школе Михаила Агеева, у меня все резонировало, и я вынес большой опыт на занятиях, на онлайн-занятиях Михаила Агеева. Я безмерно благодарен. Благодарю, что ты поделился с нами.